Всем привет, друзья. Ну что, видимо, настало время мне прокомментировать все, что обо мне пишут в СМИ. И относительно Валерии. Да, у нас действительно возникла симпатия друг к другу на проекте. Это очень глупо отрицать. В целом, на проекте все участники показали свои сильные стороны и слабые стороны. И это касается меня, потому что, находясь 24/7 на проекте, в определенных условиях у тебя наступает дикая шизофрения. Ты уже перестаешь осознавать, где реальность, а где нет. Теряешь контроль и ведешь себя как животное. Это именно то, что произошло со мной. И это не оправдание ни в коем случае. Я себя не оправдываю. Я очень сильно огорчен, разочарован своим недостойным поступком. И понимаю, насколько сильно я делаю больно самому дорогому человеку в своей жизни. Это моей жене, как я разбиваю ее сердце. И сейчас я приложу максимум усилий для того, чтобы исправить эту ситуацию. И надеюсь, у меня получится. Поверьте, самое сильное... Сильная боль, что у меня сейчас есть, так это то, что я вижу, как плохо моей супруге. Я попытаюсь сохранить семью. Я не знаю, получится у меня это или нет, но я сделаю все возможное. Время покажет. В недавнем проекте «Звезды в джунглях» Лерчик очень сблизилась с певцом Натаном, закрыв глаза на то, что он женат и растит сына. Артист заявил, что готов на все, чтобы обеспечить ей победу. Признавать романтические отношения пара отказалась, заявив, что их связывает только дружба. Однако скрыться от камер влюбленным не удалось. Их засняли, когда они целовались. Анастасия Швецова, жена Натана, пообещала прокомментировать эту ситуацию. Но когда будет готова к этому? «Сейчас я просто попробую поспать в самолете», — написала она в сторис. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Есть ли у них роман? Определенные условия были созданы. Но если бы я была женой Натана, я бы, конечно... Дома поговорил. Ага, я бы развелась тоже. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видео.